ставят на передний план жизненные цели. Эти люди любят разрабатывать сложные проекты. Они упорно трудятся ради поставленных целей, включают логику, выстраивают точную стратегию к цели. Для этих людей важен успех на работе. Они всегда добиваются поставленных перед собой задач. Они не навязывают свое мнение окружающим. Семейные личности отвергают бездетный образ жизни. Они не заводят неприятных для себя знакомств. Они не представляют своей жизни без работы. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. В молодости они отдают много сил и времени учебе. Эти люди предпочитают стабильность и равновесие. Они проявляют свои творческие способности в литературе. Это находчивые, решительные и ответственные личности. Считают правильными свои идеи и принципы. Это корректные и утонченные преданные натуры. Они постоянно стремятся к совершенству. Увлекаются политикой, благими делами, целительством. Поддерживают постоянные контакты с близкими по духу. Они вникают вглубь каждой детали, каждого слова и мысли. Достигают успеха в передовых технологиях и искусстве. Они любят быть на виду и играть на публику. Этим людям нужна серьезная почва для деятельности. Они ценят домашний уют и благополучие. Они любят купаться в лучах нежности и внимания. Эти люди хорошо взаимодействуют с социумом. Стараются избегать конфликтов, сглаживают ситуацию. Все новое для этих людей – это хорошо забытое старое. Эти люди любят проводить время в путешествиях и общении. Они честны, принципиальны, но любят компромиссы. Добиваются высоких постов на службе, они умеют высказываться. В юности им редко удается распознать истинную любовь. Любят ярко одеваться, стараются быть в тренде. Такие люди прямолинейны и честны. Никогда не подавляют мнение остальных людей. Они привыкли получать свое и редко принимают отказы. Они способны стать мыслителями и философами. Обожают дарить подарки и делать широкие жесты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.